Все знают, что настоящая русская женщина и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет ради любимого. А вот через какие испытания ради любви порой приходится проходить настоящим мужчинам, сейчас узнаете. Столько дней он, не зная правды, просто шел за ней, убивая навсегда свою мечту, но только ту, кого не мог понять, только ту, он и не мог забыть, так может быть. Столько раз он пытался все сказать, и как сейчас, никого не подпуская никогда. Слова – вода, и нельзя согреть своей душе те кусочки льда. Не зная боли, не зная слез, он шел за ней в неволе у шипов этих роз. Аэропорты и города он проплывал, не зная, собирая в сердце лишь кусочки льда. В сердце лишь кусочки льда. Столько лет он, как белый мотылек, летел на свет, чтобы обратно возвращаться в пустоту. Но только ту, кого не мог понять, только ту он и не мог забыть, так может быть. Не зная боли, не зная слез, он шел за ней в неволе у шипов этих роз. Аэропорты и города он проплывал, не зная, собирая в сердце лишь кусочки льда. В сердце лишь кусочки льда.